Я, как и обещал, 115-й репортаж. Немного о нашем походе. Мы должны пройти около 5 километров. Сегодня уже 7-й поход. Многие себя уже проявили. У кого-то характер есть, видно. У кого-то батарейка садится, ползки ползут. А некоторых как возили на машине, так и возят. Сами ходить совсем не могут. Вот как-то так приходится заниматься, воспитывать морально-волевые качества у подрастающего поколения.